Валентина, старт у другому відбірковому етапі Ліги AB виявився вдалим. Ваш аналіз, як вам події на майданчику, щось здивувало, що було головним, що вдалося, а над чим ще попрацювати треба? Ну, я хочу поблагодарити обе команди, игроков обоих команд, которые показали хорошую игру, хороший бой. Я скажу, ради таких игр, и мы ходим на футбол, мы любим этот вид спорта, и поэтому собрались, можно сказать, в двух командах топ-игроки, которые прежде всего, наверное, принципиально хотят доказать и себе, и друг другу, и своим тренерам, и своим функционерам то, что они стоят на этом футбольном поле. Была хорошая принципиальная игра, борьба на каждом участке поля, очень интересно. Спасибо всем командам. Валентина, але що стосується суперника, не всі гравці були присутні, декілька основних гравців відсутні були в команді, плюс дискваліфікація тренера Костенка. Я скажу, дисквалификация тренера, он был на трибуне, он проводил разминку, все говорил. То есть игроки, которые собраны в команде «Телепорт Почта», им не надо рассказывать по ходу игры, что им делать. Они все сами знают, у них наигранные комбинации, они чувствуют друг друга, играют во многих командах вместе. Поэтому отсутствие тренера, не в основном сказалось на результате. Мы просто были поудачливее, забили, наверное, свои моменты больше, использовали лучше. Вот и все. А так, по моментам, интересная, хорошая игра. И я скажу, у команды «Телепорт» было тоже не меньше моментов. Просто мы использовали и забили на 2 гола больше. В кінці всі декілька таких яскравих моментів. Скажімо так, фортуна була на вашому боці точно. Можете погодитися, що сьогоднішнім гравцем матчу ваша четвірочка, яку ви то трошки посадили відпочити, і перший забив, і потім посприяв перемозі, і кінцеву крапку фактично поставив? Да, Олександр Колесніков. Саня дійсно у нас лідер команди, веде за собою команду, уже тренує команду, поігравший чоловік. Я скажу, це заслуга всієї команди, всього колективу нашого. Дякую, з перемогою. Дякую.